Продолжаем уборку улиц. Спасибо, поняла. Готов? Готов. Здравствуйте, в эфире телекомпания «Салават». В нашей студии, как обычно, кипит работа. Увлекательный процесс записи ведущего и создания очередного выпуска программы новостей. Правда, в это утро в привычных действиях принимают участие наши коллеги и партнеры – журналисты республиканского телеканала «Салям». Приятные гости посетили нашу телекомпанию, чтобы пообщаться, обменяться опытом и запечатлеть тонкости повседневного труда. Что сказать о телекомпании, телестудии «Салават»? То, что вы гармонично движущаяся и гармонично работающаяся студия и охватывает новости этого города, скажем, молодого, большого, энергичного. Поэтому нужно всегда успевать быть во всех сферах этого города, выдавать в эфир. Это, конечно же, большой труд. Труд этот ложится на плечи журналистов, которые делают телевидение. «Салям» – уникальный проект нашей республики. Это телеканал, объединяющий отдельные телесемьи Башкортостана в одну большую. На одном канале выходят муниципальные программы городов и районов республики. А зритель в любой точке региона, в том числе и в столице, получает возможность быть в курсе основных событий у земляков. Журналисты же могут знакомиться с работой коллег-соседей, обмениваться опытом, расти и совершенствоваться. И телекомпания «Салават» – гармоничная часть большого коллектива республиканских телевизионщиков. Республиканский телеканал «Салям» ГУП ТРК Башкортостан Республики был запущен тем, что Ради Фаритович Хабиров сказал, что собрать воедино в одну семью все телестудии республики, что и делает телекомпания «Салям». Мы собрали всех в одну семью. Мы хотим работать в одной системе, в одной семье. Мы хотим, чтобы жители районов, городов видели новости соседних районов, соседних городов, знали, чем дышат, чем работают, как работают их соседи. Коллеги из республиканского телеканала ознакомились с разными этапами и сторонами нашей повседневной деятельности и высоко оценили качество работы сотрудников телекомпании, дав при этом ценные советы, рекомендации и, конечно, добрые напутствия. Зульфия Суйургулова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».